4 человека пострадали в результате ДТП с машиной скорой помощи. Авария произошла на пересечении улиц Базоркина и Картоева в Назрани около полудня. По предварительной информации, столкнулись сразу 4 автомобиля. Карета скорой помощи опрокинулась от сильного удара. По предварительным данным, водитель, управляя специальной техникой скорой помощи, выехав на полосу встречного движения через две сплошные на красный сигнал светофора, не убедившись в безопасности проезда перекрестка, совершил столкновение с автомобилем «Мерседес», в результате чего еще было одно транспортное средство задействовано в этом ДТП. В результате у нас 4 человека пострадавших и 3 транспортных средства пострадало также в ДТП. Все пострадавшие доставлены в РКБ. Причины ДТП выясняются. На момент ДТП в скорой самой машине скорой помощи больного не оказалось. Они как раз ехали на выезд. Но в результате этого пострадали сами наши же работники. Можно так сказать, трое медработников и один посторонний человек. Данные за травматические повреждения у больных не выявлено, с различными ушибами, ссадинами после осмотра, после всех консультаций разных узких специалистов. Было проведено КТ-исследование, рентген, лабораторные исследования, все были даны рекомендации, и все больные отпущены на амбулаторное лечение.